Всем привет! Автомобиль Subaru Legacy. Я сегодня хотел показать, как я сниму бампер. Ну, то есть, вот этот бампер, вот он, сломанный. Мне нужно его снять, чтобы добраться до бачка, которым омывает стекла. Ну, здесь, видите, один. Здесь вот немножко я уже разобрал. Один, два, три, четыре. Четыре вот таких вот клипсы. Вот они, четыре клипсы. Вытаскиваются, поддеваются. Раз, два, три, четыре. Вот тут, скорее всего, сверху тоже были какие-то зажимы. Ну, так как машина не свежая, не 2004 года выпуска, то есть неоднократно снималась. Поэтому вот на этих вот клипсах ничего не висит. А должно, я так думаю. Ну так вот, снимаю. Вот он, видите, снимаю вот этот вот намордник. Или как его назвать правильно. Вот, теперь мне нужно снять бампер, сам бампер. Чтобы снять бампер, вот здесь они, видите, болтики, вот эти болтики нужно раскрутить. С одной стороны один болтик, и с другой стороны. Так, перемазки немножко не хватает. Вот видите, вот здесь вот тоже болтик. И снизу раскрутить саморезы. Саморезы, то есть вот они. Один, два и вон там три. Так, кстати, одного самореза нету. А тут уже обыкновенные строительные саморезы. Поэтому не один, два, три, а один, два. Сейчас мы это дело будем делать. Кстати, тут не один, два, три. Тут вот еще вот как бы к защите под крылком. Видите, тоже клипса. Скорее всего, на крышке. Ну ладно, сейчас буду делать, посмотрите. Ну, смотрите, обыкновенный саморез стоит. Вот она, клипса. Видите, тоже держит бампер. Так, и с той стороны то же самое. Так, вот он болтик. Снимать его и крутить. Тут еще фонарь держать не буду. Вот он, поверьте, ключ на 10, по-моему. Сейчас я откручу с этой стороны его, то есть с левой. И потом пойду справа, потом буду снимать бампер. Попробовал, покрутился. Сильно так болтику не подлезть. Наверное, поверну колеса. Вот, смотрите, колеса повернул. Теперь уже пространство здесь гораздо больше. Будем крутить. Кручу вниз за шляпку болта. Гайка, походу, вделана в крыло. Вот, болтик я открутил. Видите, бампер уже спрыгивает. Левая сторона. Теперь правую сторону делаем то же самое. Вот, он, вот такой болтик был закручен. Шестигранник на 10 миллиметров. Включаем замок зажигания. Ставим в положение D рычаг. Ну, и можно выворачивать руль. Ух ты! Так, руль вывернул, можно выключить. Что-то щелкнуло, не понял. Вот, видите, правое колесо тоже вывернуто. Здесь сейчас будем откручивать болт. Вторая сторона вот откручена. Ну что, надо звать помощницу, супругу мою, и будем снимать. Или одному попробовать, ну-ка. Угу. Да тут пытаются держать. А, тут, наверное, эти противотуманки.
одному снимать бампер не совсем удобно, потому что там, видите, эти вот противотуманные фонари. Вот они. И надо одному поддерживать, а другому сдергивать. Поэтому позвал я помощника Ларису. Вот. Всем привет! Да, да, да. Так, ну что, пробуем снимать. Сейчас. Так лучше. Так вот, немножко. Я придерживаю, ты снимаешь? Да. Что-то держит. Наверное, не откручено что-то. Подожди. Подожди. Здесь накручены саморезы строительные. Так, так, так. А тут у нас. О, саморезик, точно. Так, все откручено. Давай ту сторону бери. И вот потихонечку. Опа! О, это этот какой выпал. Пенопласт. Ой, какой интересный. Ну, автомобильный, положи его пока сюда. Так. Так, в принципе, бампер снят. Видите, тут все у нас мененное, пара мененная, вторая тоже помененная. Ну, мне нужно что? Мне нужно было попасть вот к этому бачку, то есть вот к этим двум насосикам. Вот они. Я к ним попал. Вот они провода. Я мог бы, конечно, здесь вот открутить провода противотуманки. Но делать этого не буду, что лишнюю работу мне зачем. Поэтому пусть он вот так вот лежит. А я буду работать вот с этими насосами.